Друзья, всем привет! Вы на YouTube-канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать. И сегодня в этом видео я к вам с полезной информацией. Я хочу поговорить о натуральных продуктах, а именно о подсолнечном масле. Видео будет для вас не только полезным, но и интересным. На канале будет объявлен конкурс с очень нестандартным для моего канала призом. Поэтому всем желаю приятного просмотра и, конечно же, принимайте участие в конкурсе. Друзья, на наших столах все реже стали появляться натуральные продукты. Мы уже привыкли к тому, что все, что мы едим, содержит красители, консерванты, какие-то заменители, загустители, усилители вкуса. Мясо пичкают антибиотиками, подсолнечное масло подвергают рафинации, хлеб не черствеет, фрукты вообще не портятся. Появились заменители продуктов, это соя, пальмовое масло. И производители таких вот поддельных продуктов уверяют нас, что это абсолютно безопасно, безвредно для организма. Именно из-за таких производителей обычная фермерская курочка нам кажется уже не такой ароматной, колбаса без красителей нам кажется уже не аппетитный, а рафинированное масло считается чуть ли не единственным маслом, на котором можно жарить. Но природа нас наградила органами чувств, и поэтому мы легко можем определить аппетитное от неаппетитного, вкусное блюдо от невкусного, качественный продукт от некачественного продукта. Но когда производители убирают из продукта вкус, цвет, запах, аромат, то, конечно, определить, из какого сырья изготовлен этот продукт, мы не можем. А качество и полезность продукта в первую очередь, конечно, зависит от исходного сырья. И сегодня, друзья, хочу вас познакомить с одним российским производителем натурального продукта. Эта компания называется ООО «Степное». Компания уже более 30 лет занимается выращиванием подсолнечника. И мне кажется, важным фактором, почему их продукция высокого качества, это то, что сырье они выращивают в сухостепных районах Алтайского края. Там, где очень много тепла, солнца, мало выпадает осадков, то есть мало влаги. Они производят нерафинированное масло и получают его только одним единственным способом, это с помощью отжима. Именно в процессе отжима измельченные семена подсолнечника сначала попадают под пресс, затем они фильтруются и затем вымораживаются. Процесс вымораживания убирает из масла воскообразные примеси, благодаря этому масло становится прозрачным и не пенится, когда вы на нем готовите. Друзья, компания ООО «Степное» производит два вида масел. Первый вид классическое, универсальное, оно подходит для жарки, для тушения, для заправки салатов. Друзья, если вы когда-нибудь попробуете хотя бы ложечку этого масла, поверьте, вкус его вы не забудете никогда. Если я дома приготовила что-то на этом масле, например, заправила салат, либо я пожарила картошку, либо заправила селедочку, грибочки и так далее, аромат стоит на всю кухню. Это масло можно есть просто ложками. Мы с супругом отрезаем хлеб, поливаем этим маслом сверху соль и ходим, наслаждаемся, говоря, что это вкус детства, масло бесподобное. Друзья, говорю вам абсолютно честно, когда я получила посылку, я даже не ожидала, что меня настолько поразит по вкусу это масло. Второй вид масла называется ароматное, подходит оно для заправки салатов. Друзья, это масло-бомба. С этим маслом любой салат, селедочка, грибочки становятся в разы вкуснее. Трудно передавать вкусовые ощущения, но масло вот бесподобно. Если вы когда-нибудь попробуете это масло, вы точно не останетесь к нему равнодушными. Масло очень вкусное, вот бесподобный вкус, аромат, великолепный продукт и самое главное производитель России. И масло выпускается под двумя брендами. Первый бренд «Люблю и готовлю». Два вида – ароматное и классическое. И второй бренд «Алтайский эталон». Также ароматное и классическое масло. Друзья, компания ООО «Степное», она завоевала любовь не только обычных покупателей, потребителей, но также они не однажды подтверждали высокое качество своей продукции, участвуя в всевозможных выставках, конкурсах, они становились лауреатами, они получали большие золотые медали, то есть они постоянно подтверждают то, что их продукция высокого качества и их масло обладает высокими вкусовыми свойствами. Ведь, друзья, быть здоровым – это выбор каждого, каждый из нас сам принимает решение, натуральные или натуральные продукты ему использовать в питании. Нерафинированное подсолнечное масло можно считать кладезем полезных веществ, настоящим эликсиром долголетия. В его состав входят жирные кислоты, витамины. Это натуральный полезный продукт. При регулярном употреблении нерафинированного масла восстанавливается работа центральной нервной системы, нормализуются обменные процессы, очищается печень, улучшается пищеварение. Такой продукт положительно действует на клетки мозга и защищает
от развития атеросклероза. Нерафинированное подсолнечное масло омолаживает организм, положительно влияет на желудочно-кишечный тракт, нервную систему, сердечно-сосудистую систему, снижает холестерин, укрепляет иммунитет, повышает память, внимание. Можно пить это масло в борьбе с детским рахитом, использовать в косметологии, да и вообще нерафинированное подсолнечное масло – это очень-очень вкусно и полезно. На этом, друзья, у меня сегодня все. Надеюсь, что видео было для вас интересным, самое главное – полезным. Больше полезной информации будет в инфобоксе, поэтому обязательно туда загляните. Ну а теперь, друзья, давайте перейдем к конкурсу. В конкурсе, друзья, будет разыграно подсолнечное масло бренд «Люблю и готовлю», масло подсолнечное нерафинированное. И вторая бутылочка – это «Алтайский эталон», масло подсолнечное ароматное нерафинированное высший сорт. Друзья, условия конкурса будут очень простые. Необходимо быть подписчиком моего канала, поставить лайк этому видео и в комментариях написать слово «Участвую». Ограничений по территориальности не будет. Друзья, всем желаю победы, всем большое спасибо за просмотр. С вами была Марина, скоро увидимся, всем пока!